Друзья, приветствую вас на нашем канале. Помнится, говорили вы о том, что не хватает кулинарной рубрики. Так вот, кулинарная рубрика в эфире. Итак, сегодня мы будем готовить осьминога. Так как осьминога мы не готовили никогда, вот сегодня у нас будет первые потуги, заодно и посмотрим, как это все работает. Вот такое вот оно неприятно выглядящее, да? И пахнущее тоже. Да не, на самом деле пахнет нормально. Ну, не очень. Итак, мы его моем. Вот такие вот щупальцы. Вот, собственно, щупальцы мы будем есть. Нужно ему откромсать голову. Ну, поехали. Что, не нравится тебе, как оно пахнет? Воняет, как жопа. Не знаю. Короче, как я думаю, что резать мы его будем где-то здесь. Да, ну, наверное, так оно и есть. Так, вот это, насколько я понимаю, несъедобно. А вот это, насколько я понимаю, весьма съедобно. Вот теперь нам нужно вот это все очистить от шкуры. И, кстати, нужно вот эту вот всю фигню вымыть, потому что он будет горчить. Я думаю, что вот эти вот сами краешки хвостика мы отрежем и выбросим, потому что оно... Не думаю, что здесь много мяса. Да. А вот это вот мы будем варить, чтобы снять с него всю шкуру. Осьминога готовим каждый день. Пахнет он просто мистически, мистически. То есть хочется вот... Короче, нам нужно снять с него шкуру. Вот это вот задача. Его нужно опустить, ну, буквально на минутку в кипящую воду. Он там себе поварится, а потом мы с него все обдерем. Если его там оставить надолго и переварить, то шкура, конечно, снимется, но будет вареное мясо, будет сниматься с кусками. Поэтому... Мы берем вот этого вот животного, вынимаем, кладем в тарелочку. Ну так он стал как раз вот нормально, как выглядят обычно все осьминоги. Теперь берем осьминога и начинаем снимать с него шкуру. И вот так вот делаем полностью со всей тушкой. Работает. А еще мы ему будем отрезать все эти лапы, потому что так чистить значительно проще. Смешивать с рисом и отварим его еще пару минут, ему нужно повариться. Вот оно какое красивое. Ну все, варим. Ай. Далее мы начинаем варить рис, потому что осьминог у нас уже готов. Рис мы варим очень просто. Просто насыпаем 1 стакан. Вода у нас с нашего опреснителя, поэтому ее можно пить. Заливаем чуть-чуть, там где-то 1,5 стакана, наверное. Потом ставим на большой огонь, накрываем потом крышкой. И как оно закипает, маленький огонь, вода испаряется, выключаем, и все, рис готов. Ну, я процесс этот показывать не буду, потому что я думаю, как уже рис варить, все знают. Рис готов. И сейчас мы будем резать лук. Теперь мы берем сковородку. Берем масло. Масло у нас спрее. Кстати, Илья с лодки Купидидас, спасибо тебе огромное. Охрененная идея. И вот так оно работает. Просто супер для яхты. Ничего не разливается, потому что обычно, если качка большая, то тут масло везде, и ты по нему там ездишь по всей лодке туда-сюда. Жарим мы это на большом огне по принципу приготовления китайской жрачки. То есть это просто все на большом огне мешается, потому что нам не нужно его ни тушить, ничего. Нам нужно его просто обжарить с разных сторон. Получается вот такая вот у нас красота. Сюда желательно добавить сметаны. Но так как сметаны у нас нет, есть здесь такая вот фигня, как туза. Это какая-то аналогия кефира. То есть вот оно вот так выглядит.
Но оно по вкусу что-то между сметаной и кефиром. Такой немножко странный. Так, полбанки где-то мы его сюда вылили. Теперь перемешиваем и чуть-чуть оставим, буквально на минутку, на две потушить. Накроем крышкой и потом выключаем. Ну и, собственно, вот эта вот заправка, она готова. Потом мы это все будем смешивать с рисом. Ну, эти все процедуры я покажу. Все, это у нас готово. Переливаем как готовый ингредиент. Все в детстве делали пасечки, да? Вот. Ап! Вуаля! Voilà.